Здравствуйте, дорогие парни и девчонки, все любители Clash Royale, Варвар Бой с вами. Я презентую вам свой дек, вы уже его видели не раз, я пока что играю именно с этим. Я его не меняю, потому что я 11 уровень, у меня довольно много трофеев, 5672, и конечно же, когда у тебя столько трофеев, тебе подстречаются соперники на пути, которые имеют очень сильные фигуры, и получается, чтобы выжить, мне приходится придерживаться этого дека, потому что остальные фигуры у меня послабее. Здесь все 13-го, я смог вывести на максимальный уровень банду гоблинов, и они очень хорошо орудуют вместе с королевскими рекрутами при поддержке воздушной с воздуха, летучих мышей и миньонов, дракончиков маленьких. Также для усиления нападения есть бочка, и для усиления защиты у меня есть рыбак. Хотя он в нападении тоже порой неплох, может быть. В прошлый раз мы 2 на 2 выиграли, и теперь мы попробуем, может быть, еще какой-то модус. Смотрите, сейчас здесь в диско очень много разных модусов, и вот можно бесконечный эликсир от Legendary, либо усложняющийся уровень в бой. Но скоро начнется сюрприз от Спарки. Но, наверное, вот я еще сейчас вот есть турнир, и мы, наверное, зайдем в турнир и сыграем 2 на 2. Вступим бесплатно и сыграем 2 на 2. Быстрый бой. Я не буду сейчас никого приглашать. Просто случайный соперник, так даже интереснее. Никогда не знаешь, кто тебе попадет. И сейчас попытаемся в игре 2 на 2. Я, наверное, выберу хижину. Вот я играю с бандой, и здесь банда мне попалась. Ну, здесь я не знаю, наверное, выберем сторону обороны. Так, летучий шарик, у меня есть оборона, соответственно, можно это нападение взять. Потому что на шар, против шара их у меня есть башня. Она и против других сможет помочь. Летунов. Ну и вот они побежали в атаку. Вот хорошо, что я это взял, потому что иначе было бы нелегко обороняться. Пока они нападают, я тоже нападу. Ну, вот их электрик к нам идет. С явным намерением разнести нашу башню. Но мы тоже их немножко уже потрепали, хотя наша пострадала больше. У меня что пока... Но я вот поддержу при помощи дракончика, потому что, вот смотрите, они сразу запустили своего лесоруба. Или дровосека, как его там. Но наша атака очень хорошо удалась. И не знаю, удастся ли нам сейчас сразу разнести. Да, вот мы разнесли их башню. И теперь будем обороняться, но у нас есть кое-что для обороны. Немножко, наверное, далеко. А, да, вот, кстати, пушкарь идет к нам. Человек с пушкой. Но ничего. Надеюсь, нам удастся каким-то образом их... У меня не так много всего для обороны, но я сейчас ударю молнией. И мы смогли отстоять нашу... да, вот хорошая вещь, конечно же, это башня. Не очень люблю с ней играть, это скучновато, но это эффективно, конечно. Это эффективно, и пока что наша башня стоит. Да, у нас есть кое-что для обороны против их Черного Принца. Здесь у меня тоже кое-что есть, к сожалению, башни пока нету, но мы, я думаю, и так сможем их шар... сбить, да, удалось сбить их шар. Он запускает. Вот, это очень хорошо, что у нас есть, конечно же, наш маленький дракончик. Он нам очень здорово помогает в этой игре. Ну и поставлю хижину варваров. И таким образом мы усилим...
вот у нас теперь двойная защита, пусть теперь пробует нас пробить, но я думаю, это будет очень нелегко сделать. Это будет очень нелегко им сделать, конечно же, потому что у нас теперь очень сильная оборона. Да, нас теперь пробить очень-очень сложно, конечно же. И поздравляю моего напарника с победой, и меня тоже. Мы первый, Алексей и Mono Gaming проиграли, а вот ДДББДД, поздравляю, покидая чат, мы тоже выходим. Мы выходим не просто, а мы выходим с победой. Нам удалось их одолеть, мы сделали правильный выбор, и я получил 100 варваров в подарок. Хороший подарок такой для нас. Одна победа, пока без поражений. Ну и поздравляю нас опять с победой. Варвар в бой был с вами. Выигрывайте, проигрывайте, не расстраивайтесь, не засиживайтесь. Много интересного на улице. Еще пока лето продолжается. А пока, ребята, девчата, рад был быть с вами. До новых встреч. Тренировался.